Приветствую вас на канале RedCat. Сегодня мы с вами опять вернулись к рандомным друзьям, в которой игре мы сейчас будем. Во-первых, я все-таки пройду босса, покажу, что будет происходить после того, как мы убьем босса. Ну и также, ребят, сейчас мы будем открывать секретную дверь и получать вот такого пэта, который бегает за мной. Что для этого нужно? Давайте сначала найдем 4 цифры. Итак, ребята, бежим находить первую цифру, она находится в боулинге. Вот, смотрите, сверху, восьмерочка, вот она. Восьмерочка сверху у нас есть. Супер, замечательно, ребята, бежим дальше. Нам надо найти 4 цифры, потом расставить их в правильной последовательности. Я, конечно, расскажу, в какой. Итак, ребята, сейчас, подождите, тут что-то поменяю. Следующая цифра у нас в магазине находится, в котором продаются... подождите, в лифте еще, да, вот, в лифте же, четверочка. Видите сверху? Вон, вот там вот сверху. О, четверочка, да. Я забыл про эту циферку еще. А сейчас уже отправляемся в магазин с сыром. И там мы найдем еще одну нашу цифру. Так, вот здесь вот, ребят, у нас есть магазинчик. Сюда можно пролезть вниз, вот так вот. И вон девяточка. Это, ребята, наша первая цифра, которая нужно будет ввести. Пошли дальше. Теперь, ребята, мы еще зайдем в аркаду. Вот здесь, где игровые автоматы, у нас есть еще одна цифра. Так, сейчас я вам покажу. И где же ты? Подожди, где-то у сцены какой-то был, я помню. Не, начни в это. Вот здесь, да. Вот, единичка. Теперь, ребята, вводим. Первая цифра вводится так, где мы были в магазине сыра. Потом там, где лифт, вторая. Ну, сейчас по цифрам вы все поймете. Потом у нас будет аркада и последняя боулинг. 9, 4, 1, 8. Соответственно, вот сюда заходите и слева видите экранчик. Обратите внимание на узорчик. Видите, синие квадратики. Вам теперь нужно пойти на танцпол и строго в такой же последовательности, если вы смотрите на сцену, расставить 4 человека вот на эти поля. Как бы все время будет меняться эта картинка, поэтому, ребята, не запоминайте мою, вам нужно, чтобы у вас была своя. Ну и вот, видите, мы встали сейчас. Сейчас Real Master еще в уголочек встанет, все. Вот, правда, нам мешают еще 2 челика, но ладно. Короче, сейчас ребята встанут правильно, а я пока побегу, наверное, в комнатку нажимать рычаг. Если мы все правильно сделаем, то весь сервер получит... Вот, смотрите, они почти правильно стали. Вот сюда еще одного человека. Вот теперь мастер сейчас должен стать еще. Мастер, вставай. Вот, да. И этого челика теперь уберите. Уберите этого титана отсюда. Ну, вы поняли, да, комбинацию? То есть только на синий становимся, и кто-то из вас должен побежать, нажать там еще рычаг. Вот сейчас вот я побегу, а ребята пока стоят на своих позициях. Там на мою позицию другой встанет человек, а я бегу в комнатку, чтобы нажать рычажок. И тогда, ребята, сразу же весь сервер получит питомца. Он легендарный, он крутой, я думаю, со временем он будет приносить какой-то бонус. Может быть, больше монеток за прохождение, может еще что-то. И, ребята, обратите внимание, когда вы в комнатку заходите, там переключается между белым и красным. Сейчас, когда я нажму, оно станет зеленым. Все. Эксклюзив Pet Unlocked. Надпись была, и после этой надписи вы получите крутого легендарного питомца в виде Билдермена, это основателя Роблокса. Вот он, Дэвид. Легендарный Дэвид. Вот так он выглядит. Круто, робоксы с него падают. В общем, ребята, мне кажется, это очень классный питомец, очень классный секрет, поэтому обязательно ставим лайк прямо сейчас под видео. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Спасибо всем, кто не пожалел поставить лайк, но сейчас я отправляюсь в финальную битву с боссом. В прошлый раз мне не получилось его победить, потому что у меня не было крутой команды, которая бы смогла это сделать. Потому что босс реально жесткий. Смотрите, сколько нас много человек, и выживет только 2. Представляете, насколько он жесткий? Причем там и мастер, и кто у нас там, Мортис, и другие ребята, довольно-таки неплохо играющие. Пурпл Демонша. И сейчас, ребята, наш Дэвид будет сходить с ума. Нет! Кстати, самое смешное, что он в носках. Почему-то он сидел на работе без обуви. Мы, смотрите, уже все своего, видите, питомца.
И сейчас, ребята, будет жесткая битва. Она будет все жестче и жестче, чем больше мы будем проходить, чем сложнее, естественно, нам будет. Вы видите, да? То есть он босиком. Генеральный директор. Ребята, пользуйтесь рывком на Q, тогда вы сможете от него лучше убегать. Можете в прыжке это делать, можете просто Q нажимать. Короче, вот так вот. Делается рывок, и он может вам помочь спастись от этого безумного генерального директора. Ну а теперь главный вопрос, как же его побить? Что же с ним сделать? Как его убивать? Сейчас, ребят, я вам покажу. Дело в том, что он кидает такие бомбочки, ну мне похоже, не знаю, на чашечки или что-то такое. Чашки кофе. Эти бомбочки, ребята, сейчас давайте дождемся, когда он их кинет. Вот, сейчас он кинет, смотрите. Так, 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 смотрим, смотрим. Нет, он нас подкинул. Кидай чашечки. Вот, ну это, ну да, ну типа чашечки, не знаю, что это такое, короче, с глазами такими. Ваша задача убегать от них вначале, потом они замирают, и тогда подходите и просто дотрагиваетесь до них, и они летят у генерального директора. Самое главное, ребят, ни в коем случае не взрывать их вначале. Если вы раньше времени до них дотронетесь, то они взорвутся. Поэтому сначала, как только они появились, вы просто убегаете от них со всех сил, чтобы они вас, не дай бог, не догнали и не активировались. Если это сделают, то все, вы не сможете ими воспользоваться. Поэтому убегаете от них. Как только вы видите, что они остановились, подбегаете и дотрагиваетесь до них. Даже нажимать не надо. Они после этого летят генерального директора и наносят ему урон. Ну а сейчас, ребята, мы давайте перемотаем немножко. Вы видите, как жестко он мне пинает тут вовсю. Ой, вот эти штуки тоже не дотрагивайтесь до них. Они вот так вот, бенч, тебя сносят. Тут все в трупах, ребята. Все тут уже, кроме нас двоих. Вот-вот-вот-вот-вот, ребят, теперь надо дотронуться до этих чашечек. Еще одну. Да, победа! Этого не может быть, говорит он. Да, может быть, Дэвид, может. И красиво, красочно вылетает в стекло. Я вернусь! Не факт. Короче, ребят, таким образом вы сможете победить босса и получить секретного топ-питомца. Так что, ребята, пробуйте. Единственное, вам нужно найти 4 человека, которым нужно объяснить, что им делать, куда им встать. И это довольно-таки сложно, поэтому играйте командой. Также, ребят, по-моему, тут, я не помню, есть ли там випки или нету на этих серверах. Не суть. И да, ребят, не забываем, что каждый день нужно заходить в игру и играть. Можете не обязательно прям выигрывать, просто играть, и тогда вы получите возможность на 9-й день получить UGC предмет в виде вот этого яйцеголового чувачка. Я каждый день захожу, ребят, уже 3-й день подряд, так что я надеюсь, что у меня получится это сделать. Что и вам, в принципе, советую. Ну что ж, ребята, это все, о чем хотел вам рассказать. Спасибо огромное всем, кто поставил лайк, подписывайтесь на канал, кто этого еще не сделал. И до новой встречи. Всем пока!